Всем привет! Как уже многие знают, что я в отпуске, и поэтому для вас записываю заранее игрушки. Сейчас я хочу пройти прохождение игры Brothers: A Tale to Son of Two Sons, про двух братьев, легенда. Насколько знаю, я она не очень большая, в принципе, должно хватить как раз на прохождение, пока меня не будет. Давайте начнем. Так, новая игра. Выбор главы. А, ну это, видимо, уже когда я начну. Графика здесь очень красивая, насколько я вижу. Скорее всего, это один из братьев. Могилу интересно кого. Мама. Угу. Мама. Если честно, она как-то очень странно утонула. Она могла спокойно сама явно зацепиться за лодку. Зачем ему надо было тянуть, и она потом просто улетела. В пучину, вот. Очень странно. Ну, это чисто мое мнение, и, скорее всего, это моя придирка просто. Ты, интересно, какой из братьев? На каком они разговаривают? Наи! Та! Ата, Наи! Ата! На каком они говорят? Это, возможно, их отец. Красиво очень нарисовано. Игрушка, конечно, не новая. По-моему, 2013 года она, если не ошибаюсь. Если честно, я прохождение этой игры не смотрела. Для взаимодействия удерживайте курки. Угу. Дальше чё? И... А, вот. Ничего себе тут управление. Жесткач. Второй брат, который старший, там аж повис. Управление, конечно, да, но надо привыкнуть. Управление тут полностью на джойстике. Давай, чувак. И что тут надо сделать? Видимо, вдвоем надо. Я. Угу. Ата. Ата. А ты-то чё? Ата. Так,
Сейчас. Как-то можно посмотреть, куда идти-то? Давай, 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 давай. Ну-ну-ну, чувак, ну. Давай. Давай, 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 давай. Молодец. Ну-ка, что тут дальше? Да. А как, допустим, подпрыгнуть? А, во. Ага, это, скорее всего, для старшего брата. Я. Я? Чё и я-то? А, во. Тут надо джойстики крутить. Прикольно. Очень прикольное управление. Да какого тут крутить-то? Все? Да хватит кашлять, чувак. Чё ата, блин, бери я. Этот. Я. Да. Ата. Ата, ата. Ну, на каком, интересно, разговаривать, эй. Непонятно. Я. А он, интересно, сам дойти не мог, этот дядечка? Типа, видимо, совсем плохо, ничего с ним не сделать, что ли, или чё? Понимать бы еще, что говорят. Что-то дают? Видимо, какой-то есть способ. Угу. Что-то нам дал. Короче, мы должны что-то сделать сейчас. Папочка, держись, держись. Дорогой ты наш папочка, держись. Так. Угу. Так, и куда нам теперь? Наверное, туда. Очень неудобно и непривычно, особенно двумя персонажами одновременно управлять. Чё? А-а. А можно как-то... О. Ага. А можно тебе как-то люлей дать? О.
Управление немножко неудобное. Хе-хе-хе. Умба! Уходи, типа, наверное. Ода, Уэн Хади. Я хочу ему люлей дать этому пацану. Можно как-то его ударить там, допустим? Атина! А можно тебя как-то... очень странно. Так, хорошо. Давайте осмотримся. Тут есть спуск какой-то. Видимо, плыть придется. А он, походу, не умеет плавать. Ага. Забавно. Так. Маленький брат РТ, да? А куда нам плыть-то? Я даже не знаю, если честно. Так, можно как-то показать, что тут в округе? Я! Ата! Опять этот противный. Вот урод! Я хочу ему люлей дать. Можно как-то это сделать? Пинает. Кстати, они там плавали-плавали, а почему у него фолиант этот не размок? Это бред какой-то немножко. Нет, нам, видимо, открывать никто не будет. Так, что тут у нас? Ну, покажите, что тут. Тут, видимо, обрыв, да? Так. И чё? Как это? Как они прыгать должны? Как они прыгать должны? Я ничего не понимаю. Ага. Ага. Во, понятно. Так, а дальше как? Ага. Вон чё. Прикольное управление, честно. Я думала, его взять можно. Ну-ка. Эй, куда вы побежали? Я хочу младшим посмотреть. Ай, блин. Ну. Младший, ты проказник.
Так, куда дальше-то? Ата! О, прикольно. Красивый вид. Так, что дальше? Здесь не дает спрыгнуть. Походу, по вот этим бочкам надо. Да. Изображает пугало. Так, нам, скорее всего, вот сюда надо. Я. Ата! Ага, вон пацан опять куда-то бежит этот. Что там опять? Вот ты вредная скотина. Чё? Вредный, реально вредный этот чувак. Ну-ка. Собаки. Так, собаку. Так, маленькую собаку, походу, боится, чувак. Да. Так, сюда, ага. Маленькую собаку испугался, придурок, блин. Так, куда теперь? Ага. Туда, туда, говорит. Туда. Так. Ага. Ой, котейка. Смотрите, какая прелесть там. Ой, ты прелесть какая! Ой, ты! Мяу, говорит! Ну-ка, а младший что будет делать? Я надеюсь, он ее бежать не будет. Лилай Мибу, а ты? Какая прелесть! Урчит-то как. Ой, ты вообще классный. Прикольный вообще. Так. Что дальше куда? Наверное, вот сюда. Ну-ка. Ага, сюда. Эй, Эно. Эй, Эно. Эй, Эно. Так, обратно. Этот что сделает? Ой, блин. Он младший вообще проказник, блин. Капец.
Младший реально проказник. Ой, здесь можно присесть. Ну-ка, что будет? Ох, блин, посмотрите, какие виды классные. Блин, ну это, конечно, игрушка прикольная в плане управления прям вообще. Передразнит ты его еще. Так, а что надо сделать? Ну-ка, а этот что? Она? Уэн Хади? Валите, говорит. Ой, прикольно что-то. Куда, интересно, попадем? Я. Ага. Туда куда-то чего-то. Ну-ка, а ты чё? Мам, Уэн Хади? Он да. Так, куда ты? А, нет, ну ты его уже показал ей. Ну-ка, это девочка или мальчик? Да! Та-т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 а. Стырили мячик. Это что, белка? Это белка, смотрите. Ускакала, блин. Так, куда? Он атанаи! Ага. Не, прям это вообще. Так. А, здесь закрыто. А, нет, не закрыто. Ой, чувак играет на чем-то. Давайте к нему сходим. Ха-ха-ха. Вроде хулиган хулиганом, а тем не менее, ну-ка, обратно. А у этого ничего не получается. Да. А-а-а. Так. А-а-а, смотрите, он что сделал. Так. Ой, ужас какой. Ну-ка, этот чё? О, да. Уэн Хади? Иди, говорит, к черту. И бухай дальше. И чё, куда нам дальше?
Ата. Ата, ага, все поняла. Смотрите, как красиво. Блин, какая красота. С бабочками тут вообще прикольно. Очень красиво. Собака. Так, она нам ничего не сделает. Давайте, наверное, на этом закончим. А следующую серию начнем с этого места. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки обязательно. Пишите, понравилась ли вам эта игрушка. И всем хорошего вечера. Пока-пока.